Привет, меня зовут Вова. Как вы могли догадаться по названию видео, сегодня мы будем говорить про туалетную бумагу Зева. Особенность этой туалетной бумаги, что у них существует патент на смываемую втулку, о которой мы сегодня как раз и будем говорить. Но давайте начнем все сначала. В далеком 1929 году открывается шведская компания под названием, я его не могу выговорить, но вы его сейчас видите на экране. Спустя несколько лет, в 1950 году, она регистрируется на бирже. Изначально компания производила бумагу для газет. Спустя время она начинает производить средства для детской гигиены. И только в 2004 году она запускает производство туалетной бумаги. За считанные годы Зева становится лидером по производству туалетной бумаги. Чудо! В 2015 году компания Зева представляет революционное изобретение «Смываемая втулка». Вы у меня спросите, в чем ее особенность с обычной втулкой? В том, что это смывается, а это нет. На данный момент компания Зева единственный производитель смываемой втулки. То есть, если вы обычную втулку вкинете в воду или в унитаз, она не будет смываться, а просто останется и засорит вам смывательные пути. А оно вам надо? А с этой втулкой вы ее кидаете в воду, и от нее не остается ни следа. Она не вредит окружающей среде. Что делает компанию Зева не только самой качественной туалетной бумагой, но еще с особенностью смываемой втулки. Смываемая втулка попала в топ-100 главных событий по версии Forbes за 2015 год. Но оно и понятно, ведь это смываемая втулка. Смываемая втулка полностью меняет наше понимание о походе в туалет. Теперь нам не нужно выходить из туалета и выбрасывать втулку в мусорное ведро. Достаточно просто ее смыть, что полностью подтверждает их рекламный ролик о смываемой втулке, который я предлагаю вам сейчас посмотреть. Рулон закончился, а втулка опять осталась. Жизнь легче с Зева Акватюб. Смойте ее в унитаз, и она растворится в воде быстрее, чем туалетная бумага. Зева Акватюб. Смывать легко. Для всей семьи. Ну а сейчас я вам предлагаю попробовать смыть смываемую втулку в реальной жизни. На этом все. Желаю тебе хорошего туалета. И если тебе понравилось это видео и ты уже бежишь в магазин за смываемой втулкой, то поставь видео палец вверх и подпишись на канал. А также не устаю напоминать, что на моем втором канале Instant Studio Tsu уже вовсю идет новый сезон премьер. Ссылка есть в описании под этим видео. Пока-пока.